Всем привет, мои дорогие друзья! Вы находитесь на канале Chipping Coast TV. Скоро у нас уже 2017 год. Наступает 2017 год. И на моем компьютере установлено Windows XP. Windows XP, как вы видите. Я помню, кто-то вякал то, что в 2012-13 году Windows перестанет XP работать, все программы не станут функционировать, браузеры будут недоступны. Но, как видим, уже 2017 год, браузеры функционируют полностью. Ну, я не знаю, хотите, нажму карты. Пожалуйста. У меня здесь интернет просто слабый. А так все открывает. Пожалуйста, карты. Хотите опять на стартовую страницу Яндекс? Пожалуйста, что хотите, набирайте. ВКонтакте. Так, ВКонтакте, пожалуйста, ВКонтакте, ВК. Нажимаем. Все функционирует, все работает. Вот мои группы. Все отлично работает, никаких тормозов, полностью все функционирует. Так, дальше. Все программы работают. Кто-то говорил, якобы. Это еще, смотрите, у меня комп не настолько уж сильный, и все быстренько открывает. Уже скоро 2017 год. Windows XP продолжает работать и делать свое дело. Кто-то там говорил якобы то, что браузеры будут типа недоступны, еще что-то. Это полный обман, полный блеф. Это просто полностью, говорят люди, разработчики вот этих всех вот новых приложений, типа убирайте старую версию, чтобы вы купили новую. А так все работает, ребят, все работает, все видео открываются, я не знаю, там хотите, вот сейчас даже включу, посмотрите. А что насчет Хабиба Нурмагомедова? Просто никаких нареканий. Все это потому, что делается, знаете, вот все эти высказывания, вот якобы Windows перестанет работать. Все это из-за того, что люди просто хотят на вас заработать. То есть они хотят, чтобы вы купили новую версию Windows. Но я знал до сих пор, что все будет у меня работать. И все это обман и ложь. Хотите, делайте последние обновления, хотите, не делайте. Все функционирует. Что еще дальше? Все банковские системы Сбербанка, все системы терминалов Kiwi работают исключительно на Windows XP. И Windows XP будет работать, по моим подсчетам, ну, наверное, до 2022 года. Пока все системные банки, все терминалы будут пересаживаться на другие системники, это займет очень много времени. Так что Windows XP только вперед. Где эта игра? Пасьянс Паук. Идем только вперед. Всем пока, с вами был Chipping Coast, сегодня мы говорили про Windows XP, все у нас работает и функционирует, пока.